Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка Мох. Как всегда, очень много подписчиков, карта у нас Балди, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Кстати, я не могу убивать издалека, я должен только в притирку подойти. Когда я бью... что? Мы это... А что это за гвозди? Кстати, пригвождатель не работает, пацаны. В смысле? Ну вот так вот, я такой с цепишкой, я летаю от них. Круто сделано. Не, ну все, не пригвоздил, пацаны, все нормально. Хорошо, давайте я улечу. Ой, подождите, что со мной? Ты пригвожден. Ах ты ж лоб. Так я в воздухе пригвожден, это же незаконно. Все законно. Магия, не Хогвартс. SCP, мы... Ну дайте мне пройти хотя бы в школу и там уже начнем. Я понял, что у вас превосходство колоссальное. Но у нас есть другие SCP-шки, которые очень жестко мочат. Я не могу летать за него. Хорошо, я сейчас давайте сам залечу. А то так делов не будет. Я вижу, вы меня жестко пригвоздили. О, давайте возьмем кота. Музычку сразу офнем. У нас нажимаете С, наводитесь и погнали. Ох, какой. Так, я никаких звука, да, не сдаю. Давайте проверим, есть анимация у меня. Погнали в школу. Так, это я просто выскакиваю с него. Ребята, все изучаю вместе с вами. Ой, вот он ты. Где? Блин, я по привычке нажимаю Е, чтобы дверь открыть. Я не могу дверь открывать, получается. Опять пригвоздили, вон смотри. Отлично! Помогите! Разморозьте! Классно получается, мне нравится. Ребята, ставьте лайк, и подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ого, я двери могу лупашить. А сколько же у меня жизни, интересно? Умри, падла. Мог, помоги. Че, иди сюда. Я могу быстро бегать! Я ж не знал! Меня заморозили. Крошка, помоги. А пробил? Что я делаю на пробел? А я тебя сейчас нашел урон? Да. Только я не знаю, сколько у меня жизни есть. Я тебя лазером бью. А ну иди сюда. На. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. А я просто так издалека буду бить. А я буду максимально близко сбежал. Да что у меня эти штуки? Это какие-то баги, мне нравится. Подходи. Да как подходить, у меня ляжки торчат. Я хочу посмотреть, как это выглядит. Где это, Димас? А вы меня не видите? Я вижу твои ноги. Да ну как, а как жить? Смотрите, пацаны надо углумятся. Убили! Убили! Победа. Давайте, знаете, мы в кого вселимся, вот папа, этого челика. Он такой очень прикольный. Ой, так, у него такая атака есть. Я звуки классные издаю. Пробел. А, я могу прыгать! Да ладно! Ой. Ой, я тебя слышал. Да? Я иду к тебе. Да я по привычке нажимаю Е двери открывать, а на Е тут выскакивает с NPC-шки. Стой. А! Эй, иди сюда. Управление очень рахитное. Надо привык... А, из-за дверей. Эй! А ну, иди сюда, бомж. Убил. Отлично. Еще раз. Еще одного замочил. А мне эти SCP очень нравятся. Это крутой пак. Это какой-то странный. Офигенный. Я утекаю. Кстати, знаете что? Пригвоздитель не работает. И мне это так нравится. Он ножиком не умирает. Я ему в спину бью, но он не умирает. Во, что это сейчас было? Я лекаюсь сам. Что это было, реально? Все, вы меня пригвоздили, я не могу ходить. Меня тоже пригвоздили. Отлично. Ай. Я не знаю. Все, не могу двигаться. Даже не могу крутиться ни влево, ни вправо. Я просто застрял. И не могу атаковать, да ладно. Меня просто. Пацаны, застрял. Пощадите, пожалуйста. Да вы меня пригвоздили только. Пацаны, правильно делаете, гвоздите его тоже. Я хочу с ножиком подойти. Нельзя, убить. Нельзя.
Ну, я хочу. Все, я понял. А я вам там кинул сюрприз. Так, давайте, уж, давайте отсюда будем начинать. Так, все-таки мы возьмем сейчас еще кота. Нет, не кота. Я знаю, кого я возьму, пацаны. Кого? Кого же? Я возьму курицу бешеную. Блин, так классно за курицей играть. А-ля-ля-ля-ля. У него 30 хп за курицу. Блин, прости. А что ты никогда... такая сильная курица? О, я могу прыгать. Она очень странно управляется. Сколько она нашу жизнь убили? Не, курица говно. О, я вот этим буду. Я обычный житель этой школы. Я свой, пацаны. Я обычный. Ты свой. Да я обычный. Вот, ты блин, свой, убили. Да? Ну что вы? Мы плохие. А, вот так, значит. Я к ним со всей душой. А мы? А они? О, червяк конченый. Отлично. А где? Он быстро бьет. Ну, иди сюда. Оп-оп. Оп-оп-оп. Ого, я прыгаю, вы видели? Давай, иди сюда. Блин, не могу Эй, я не хочу в небо, я хочу в землю. Помогите спустить, а? Так, подожди, что мне делать? Вы меня убили. Я не могу пригвоздить. Пацаны, молодцы. Да вы меня так при... Убили, да смотри, что такое. Бешеный кот. У нас есть еще большие цепишки, но мы их будем использовать в следующей серии, когда у нас будет карта лабиринт с открытым небом. Мог, бери вот это оружие. Да не, ладно. Давайте без пригвоздителя, слабо выиграть? Да, слабо. А? Нет, ну. На! Отлично! С кулака прописал. А где-то? Я хочу тебя схватить! Прикольный удар! А ну иди сюда! Оп! Оп! Не могу! Я потерялся здесь. Идите, я пушку беру, идите все! Ого! Вы меня в говно растерзали! Так и должно быть. Хочется взять большого, но я не влезу здесь. Этим кашем? Так, это эрорка у нас. О, я знаю, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас сделаем вот так вот. Музычка такая играет уже. Ну? Она и должна быть. Он тут. Все, я пошел. Нет. А это нечестно! Еще дубль два. Куда ты идешь? Мочи меня. Вы мне ничего делать не будете. Это цирк, это угар. Эй! Вы меня убили! А ты не бьёшь до сих пор. Это не я был, то NPC-шка был. Ты нас обманул. Конечно, я ж такой, ты ж знаешь. Что? Мы можем снять такой SCP настоящий. А ну пацаны, давайте сейчас мы сделаем так, не мочите. Давай. Вот смотри, я сейчас с ними могу слиться, вы мне можете отличить, где я? Мой ник не на им подсвечивается? А где ты? На улице. Офигеть, ребята, в следующую рубрику мы с ними какой SCP настоящий. Почему я так раньше не догадался? Они даже не знают, кого им мочить. А я иду в SCP-зону отдыхать. На тебя, говно. А вали только... Все, спалили, хорошо. Так, пацаны... Не будем сильно много, потому что может на рабочий стол вылететь. Я пацаны, знаю, как тебя найти. Как? Никак. Сейчас. Сейчас, подожди. Я просто сейчас попробую тебя найду. Они живые, да как? Центр взрыва. Да как я это? Я нашел тебя. Да я понял, что меня нашел. Я всех нашел. Это было сильно. Но почему они не умирают?
И где-то, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!